Эй, привет всем, ребята! С вами канал Ghost. И сегодня у нас, короче, на обзоре 5 машин. Первая у нас это Renault. Тягач такой. Вторая у нас Волга будет. Третья Range Rover Пантореска. Четвертая у нас Toyota, если я не ошибаюсь. Ну, сейчас мы на нее пересядем. А, блядь, это меня заебало эти бревна. Это постоянно, блядь. Да, Toyota Barracuda и Hammer H1. Блядь, як я тут перетаскиваю. Во. А це в нас що таке? Ну давай поставим це, що колесо поставим. А питання це куча. Блять, а що мені блять це сука мені витягнуть? А, блять, постійно завалюється. Карта, короче, какая-то такая необычная, она как-то уже была на обзоре. И знаю, была такая сама хрень, блядь. Я же не знаю, что не знаю, разбить, блядь. Постоянно валят этот потолок, блядь, и хочет лететь. Давай! А, я, блядь, хаммер посадил. Ну, хаммер, это третья модель, H3. Что-то, блядь, на брюхо сюда, сука, и не пре. А ну, если мы пересядем на фуру. Фура вряд ли выйдет, да? Не, хотя раз пытается. Ну, блядь, тут бревен сколько. Вот за пиздец, блядь. Сука, блядь, что она творит, ёб твою мать. Не, ну я бачил такую хрень. Пиздец, блядь. Так, ладно. Если это нас будет бревна тягать возле, сейчас треба его трохи, скажем так, тюнингануть. Ты говоришь, блядь, как тюнинговать мне, сука? Выехать ты выехал, а теперь аж... Хорошо, что ты есть или мам? Заправка нет, один гараж, да? О! Так, заебись. Отдаляем камеру, дымся. Что с этими колесами? Такие цепи. Ну, блядь, колеса дурало, но, блядь, я хуй я знаю. Як вони себе на дорозі покажуть. Ну ладно, як нас бездорожжя, то давай візьмемо внедорожжі. А з таких це в нас що за херня? Ага. Ну, фари дополнительні давай поставимо. Так. А ну, блядь, повернись. Во. Це в нас що? Ага, два брівна. 6 бревен, да, но позволяет взять длинные бревна.
А чё недоступно? Оця хрень треба, да? Степка, це в нас шо? Торля брон, походу. 6 бревен, цистерна. Короткий, ну да, дальше. Стандарт. Хорошо, дальше мы тогда давай поставим вот такую хрень и поставим... А ну, блядь, сука, как бы еще камера удалялась. Поставим вот... Вот, сука. Тихо, блядь, а ну не завалися. Сука. Да, блядь, давай, мать твою, трижды, блядь. Це, походу, вже і не вийде. Там бревно десь застряло. Ну. Все, якби сі йобані бревна якось розсохати. Ох ти, йоб твою мать, що там? Ну, блядь, реншах не знаю, но Волга, блядь, точно вже не вийде. Блять, а в рейнджерака, блять, бенза мало. Хуёво. Да не, рейнджер тут вообще не подсел. Блять, сука. А, пиду же тут. Все равно нихуя. Ну, блядь, давай пробуем вытягивать, ну я хуй. Так. Короче, хам. А, ну да, я знову хам. Ладно, давай мы запустим карту. Блять, а машину это забыл поставить? Так, Пантарес, Газик. Это тягач. И хаммер. На... Ой, не... А, ну да. Ну да, хуй, давай сразу попробуем. Я хуя знаю, блядь, как оно, блядь, выпадает. Пока фурку доставлю. Ну давай, блядь, тебе ж подвеска, сука, как трактора. Да не гони ты беса, блядь.
Ну давай подожди, тут я уже ставлю колеса. Сука, ты что, блин, носишь меня сверху кататься? Ёбаный ты по голове. Так дивись сюди, як приклеєне, блядь, стало. Во! Давай! Амлер, блядь, він чуть-чуть, конечно. Во. Простите, блядь. Давай, тебе може щось дуже хватить. Сука, тільки не переверни мені. Йобарий ти, блядь, шашлик. А, значить, давай ренджака вичим. Блядь, куди я там їду? Сесть, лебедку взять. Ёб твою мать! Хуя себе там колбасит, блядь! Да, походу, рейнджаку там уже... Ебать, вот... Ударить застрял. Ладно. Давай голову пробуем дернуть. Ну если бы не так дохуя брёвен было, блин бы и вытер, мне кажется. Хотя может и так вытер. Да, Волгу... Ах ты, блядь, Волгу вытер. Теперь треба нам... Рейнджак пересесть. Ебать, я ничего в ёлке, сука, застрял. В гараж остановився. Ну я хоть вроде ще раз його дерну, блядь. Я красив, блядь, дрон, тут звучит, что толкаешь дальше. А может я не затолкаю? Так, стояси, блядь, бо сейчас я набью хопку, твою мать. Лебедка не работает, то факт. Походу рейнджак там, сука, и останется. Жалко, конечно, но мы на этот трюк, наверное, он, так, на кистрю карте подаемся. Хе-хе-хе, ладно. Сейчас щепляем до него... Да... Той, блядь, прицеп розпуск. Кстати, прикольно сделано, такий сірий з красним.
Для брёвен. Сука. Брёвна не дают ему. Треба чистить це. Ебать, його зносить. А ну тепер дасть йому чи ні, інтересно. Вправляє восьмі, звісно, мені не подобається. Щось дуже туго колеса повертають. Хоча... Та й йобаний тиск по голові. А це бревно, сука, то не хоче двигатися. Блять. А, о, можна, заебись. Так. Ух ты, какие-то нихуя сидю. Ладно, это пока оставляем, переседаем на Волгу. Сейчас глянем, что там... А, это не Волга, это... А, не Волга. Блин, иди нахуй, что, зря вытягал, чи что? Ага, я понял. Да хаммер. Без хаммера там дела не будет. Сейчас рубим дифи полный, чтобы он быстрее сейчас все было. Ну блять, ну конечно хаммер прорисованный классно, мне нравится. И контры, блять, повидвеска, блять, реально. Дизель, правда, дизельный. Ну ничего, я думаю, для такой дорогой дизельный двигатель нормальный. А он фура, ёб, это фура, оно чётко. Это получается... 6, а 5, 10. И там 20 колёс. И хера себе. Так, давай хватаем за тебя за кузов. А, ты, сука, в голову застряла. Ага. Хуёво. А если останусь, может, ты выйдешь? Да не, блядь. Ёбаный ты сошли. Да, заебись, конечно. Ну хотя я вовсе еще может быть провернусь, но блядь, если так само Toyota, блядь, заспавнуть, то блядь, хер я найду выезду. Я хуя значит я, блядь, выйду чайбу. А, не, там не было... А, собачьего, блядь, я хуя знаю. Давай ги включим, а, блядь, сейчас. Там на шо? Там я хуя знаю. Тут вона не проскочи по-любому.
Да, типа на уже. Сука, а я же мне. Блять, это не. Сука, не варик. Ну, блять, поехали, значит, там, конечно, дальше, блять. Давай посмотрим. А, ну, че нет? Да, заебись. Тут можно вывернуть. Хоть что-то радует. Оно вид... Ну да, вида из салона нема. Бля, телефон звонит, а ну мне... Что там, блядь? Так, ладно. Что тут, блядь? Вид, конечно, салона ниякий, но ладно. Блять, а как ты бы тут... Ладно, наверное, сейчас я... Волгу, блять, выгляжу. А ну, давай, 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 газуй, 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 давай, еее. Во. Наконец-то, блядь. Ладно, ребят, давайте на сегодня закончим. Если понравилось видео, ставим лайки, комментируем. Не забываем подписываться на канал. Также не забываем подписываться на паблю ВКонтакте. Ссылка будет в описании под этим видео. Так, всем спасибо за просмотр. Всем пока.